Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Надежда Пряхина на волейбольной площадке также мастерски расправляется с мячом, как и с уроками в школе. Ведь в 22-й классическое образование и физкультура дисциплины равноценные. За 4 года Надежда из школьной команды выросла до уровня команды мастеров, и теперь ее цель – молодежная сборная России по волейболу. Но когда требуется спортивная поддержка родной школе в районных соревнованиях, Пряхина выходит с удовольствием на площадку со своей коронной подачей. Волейбол люблю, поэтому стараюсь везде участвовать. Сейчас у нас финал будет. Будем играть за первое место. Я надеюсь, что мы выиграем. Первенство Советского района по волейболу среди старшеклассников закончилось победой бессменного лидера последних 15 лет. В 22-й школе уроки физкультуры превращены в волейбольные баталии. Перекидывать мяч через сетку подростков учат, начиная с 5 класса. Сначала проходят матчи среди одноклассников, потом соревнования районные, городские и, наконец, областное первенство. Я сам в прошлом волейболист. Играл за профессионалов старше 65 лет, за сборную области. У меня в школе 4 группы. Ребята старшие, девочки старшие, есть средняя группа, есть еще младшая группа. Так что у нас из поколения в поколение уходит одна, подрастают другие. В первенстве Советского района по волейболу среди старшеклассников было сформировано 2 дивизиона – 14 команд девушек и 17 юношей. Проводим соревнования внутри района, чтобы потом собрать, выявить лучших спортсменов по волейболу среди школ. И потом сделать сборную команду, уже отправить ее на городские соревнования. Награды в финале разыграли 114-я и 22-я школа, а также лицей «Созвездие». Именно лидеры этих команд сразятся за медали городского первенства по волейболу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.